Всем здравствуйте! С вами йога-терапия позвоночника и Альвани Карина. Моя помощница сегодня – это Ксюша. И сегодня мы начнем заниматься грудным отделом позвоночника. Проработаем плечи, проработаем грудной отдел позвоночника и будем способствовать улучшению подвижности этого самого грудного отдела позвоночника. Потому что зачастую в обычной жизни мы испытываем тяжесть в плечах, какие-то проблемы с плечами, с грудным отделом, просто потому что весь стресс, все наши социальные проблемы, они идут в плечи, и мы невольно приподнимаем плечи и спазмируем вот эту область. Так вот, сегодня мы будем раскрепощать плечи, разгружать верхнюю часть спины и отпускать все напряжение. Начнем в положении сидя, вытягиваемся макушкой головы вверх. И, пожалуй, начнем с круговых движений головой. Сначала опустим голову вниз и пойдем головой по кругу. Вправо, назад, лево и вперед. И еще вправо, назад, лево, вперед. Еще. Помним, что круговые движения головой мы совершаем без залома шеи, через вытяжение, через удлинение шеи. Замечательно. Сейчас идем головой в другую сторону. Лево, назад, вправо и вперед. И так еще 4 круга. И еще 3. Через вытяжение и удлинение. Еще пару кругов. И последний. Затем вытягиваемся макушкой головы вверх. Удлинили себя. Отлично. И сейчас поднимаем руки через стороны вверх. Опустили плечи. Теперь потянемся только пальцами правой руки вверх. Вот как будто мы весь правый бочок вытягиваем. Пальцами левой руки вверх. Мы вытягиваем боковые линии, вытягиваем боковые талии, поочередно то одной рукой тянемся вверх, то второй рукой тянемся вверх, еще то одной рукой, то второй рукой тянемся вверх, и еще по разу. Угу. Как будто хотим что-то достать с верхней полки. Достаточно, опустили руки вниз. Теперь вытянем руки перед собой. Плечи опустим, пальцы рук в разные стороны очень сильно. Затем отводим руки в две стороны. Сначала расталкиваем ладонями воображаемые стены. А сейчас на выдох уводим руки назад за себя. И ощущение, будто мы лопатками хотим вытолкнуть грудину вперед. Но кисти рук не опускаем. Проследите, чтобы кисти рук, плечи находились на одной прямой линии. Угу. Хорошо, делаем вдох, поднимаемся за руками. И выдох, опускаемся в наклон, ладони опускаем на пол и проползаем руками максимально вперед. Если есть возможность опустить голову на пол, опускаем. Зачастую пока ножки больно, да, если больно внешние стороны ступней, то можно брать что-то и подкладывать под внешние стороны ступней. Ксюша, поудобней. Вот Ксюша вышла из ситуации, она просто уложила стопы поудобнее, то есть вы можете сами подправить, например, затянув стопы на себя, почувствовать, что становится не так больно. И если все же у вас есть такая особенность, что больно внешние ребра ступней, то вы берете какое-то полотенце, одеялко, подкладываете под стопы и не терпите эту боль. И тогда есть возможность опуститься ниже. Если есть возможность опустить только ладони на пол, ну, замечательно, пока это ваш вариант. Оставайтесь так и старайтесь удлинить спину, удлинить себя. Угу. Ну, а Ксюша может вообще голову на пол опускать. Удобно? Удобно. Хорошо, со вдохом поднимаемся за руками вверх, уводим руки за спину, переплетаем пальцы рук в замок. Теперь уводим замок от себя, макушкой головы тянемся назад и вверх, то есть легкий прогиб, грудной отдел. И постепенно опускаемся, опускаем голову на пол. Угу. И проводим замок из рук чуть вперед. И опять же, если нет возможности опускаться довольно глубоко,
что вы, оттянув замок из рук от себя, от спины, насколько это возможно, подаете корпус вперед. И старайтесь все это время отводить плечи от ушей. Если все замечательно, вы опустились вниз, голова либо приблизилась к полу, либо даже коснулась, начинайте проворачиваться в плечах. Как дела? Вот, проворачиваться в плечах, опускать руки. Это прекрасное упражнение, которое убирает зажимы плечевые, разгружает верхнюю часть спины. К примеру, если вы утром чувствуете, что весь плечевой пояс такой зажатый, деревянный, то можно в положении сидя сделать вот это упражнение. Затем постепенно поднимаемся, расплетаем пальцы рук, отпускаем левую ладонь слева от таза, так, и вытягиваем весь правый бок. Взгляд на основание правой ладони или просто из-под правой руки. Недлительная фиксация. Вытягиваем правую боковую талию. И обратите внимание, здесь таз не отрывается от пола. Правая сторона таза прижата к полу. Поднимаемся наверх, вдох. В другую сторону выдох. Удлиняем весь левый бок. И тут также левая сторона таза не поднимается. Мы опускаем левый таз к полу, удлиняем себя. На вдох поднимаемся наверх. Выдох. Теперь поменяем перекрещивание в ногах. Вторая голень идет перед собой. Опять укладываем стопы поудобнее, чтобы не было больно. Потому что зачастую вот эта боль, она не дает нам двигаться дальше. И вытягиваем руки перед собой. Пальцы рук в разные стороны, кости плеч в плечи, лопатки по спине к тазу. Да, руки отвели в стороны. Сначала расталкиваем воображаемые стены в две стороны. Представьте, что у вас прямая линия идет от основания левой ладони, проходит через всю левую руку, через грудину и выходит в основание правой ладони. Вот вы растягиваете себя в две стороны. Сейчас на выдохе уводите руки назад и как бы смещаете лопатки по спине к центру. Да, но голову вперед не выпячиваем, подбородок впитываем. Угу, вдох, поднимаем руки наверх. На выдох опускаемся по перекрещенным ногам, ладони в пол. Если есть возможность уйти чуть ниже, опускаемся чуть ниже. Если этой возможности нет, всегда можно подстроить позу под себя. То есть нельзя сказать, что эта поза вам недоступна. Просто, к примеру, Ксюшин вариант, он довольно глубокий, она опускается очень хорошо. Если чувствуем, что пока не готовы, ладони опустили перед собой и вытянулись, здесь уже будет хорошая работа в области таза. Вы уже почувствуете ноги, почувствуете проворот в области бедер. Поэтому не форсируйте события, делайте так, как позволяет ваше тело. А день ото дня оно будет позволять вам все больше и больше работы выполнять, все глубже и глубже пускать вас в позу. На вдох поднимаемся за руками наверх, на выдох руки заводим за спину, переплетаем руки в замок. А вот теперь сделайте неудобный замок за спиной. Я напомню сейчас просто перед собой. К примеру, я складываю удобный замок на автомате. Большой палец правой руки оказывается наверху. Сделать неудобный замок нужно просто поменять, все сместить на один палец. И все. А теперь все то же самое за спиной. Сделали неудобный замок, отвели замок от спины, вдох, раскрыли грудную клетку, выдох, опускаемся по перекрещенным ногам, лоб опускается к полу, проворачиваемся в плечах и остаемся так. Вот. И опять же, если чувствуем, что это упражнение дается с трудом, оттянули замок, насколько возможно опустились. Если вообще никак не получается, смотрите, пока Ксюша так у меня находится, разрабатывает плечи. Вот сделайте вот такое положение. Вирасана, да, поза героя. Из вирасаны уже легче будет опустить голову. Уже легче будет поднять руки и поработать с плечами. Хорошо. Поднимемся постепенно наверх. Расплетем руки, убирая переплетение. Угу. Левая ладонь слева от таза, весь правый бок удлиняем и вытягиваем, смотрим из-под правой руки вверх. Еще лучше отводим правую руку назад за себя. Хорошо, поднимаемся. Теперь вытягиваем весь левый бок. Левую руку еще больше отводим назад за себя. Поднимаемся на вдох наверх. Выдох. Собираем ноги. Угу. Давай, Ксюш, наверное, лицом друг к другу.
встаем на четвереньки. Да, на четвереньках. Кошка-корова, наша любимая марджориасана. Начинаем с классического положения. Ладони под плечи, пальцы рук в разные стороны, колени под тазом, пальцы ног пустили назад. И теперь делаем выдох, округляем спину целиком. Вдох, прогибаемся по всей спине, макушкой головы к копчику. И еще выдох. И вдох. Можете даже глазки закрыть и двигаться с закрытыми глазами. И вдох. Хорошо. Выдох. Вот вся спина округляется, еще лопатки в разные стороны. Вот здесь расширяем, да? И вдох. Умничка, давай шею еще удлиним. Вот. Угу. Выдох. Вот, расширяем. Вот здесь, смотрите, лопатки в разные стороны. И вдох. Вот, вытяжение из шеи сейчас хорошо. И еще выдох, вдох. Прижимайте ладони полностью. Следите, чтобы не образовывалось вот таких вот чашечек в ладошках. Давай еще разочек. Выдох, вдох. Угу. Отлично. Теперь оставим руки шире. Шире, чем коврик. Если вы испытываете проблемы, связанные с лучезапястными суставами, вот это более безопасное положение. Можно развернуть пальцы рук в две стороны. Если все в порядке, вот так. А если вы еще и хотите разработать свои лучезапястные, они вам позволяют, заворачивайте пальцы на рук внутрь. Хорошо. Вдох. Опускаемся. Тут опускаем либо лоб, либо подбородок, либо даже грудь к полу. Выдох. Отталкиваемся руками, округляем спину целиком, подбородок, грудине. На каждый вдох опускаемся вниз. На каждый выдох поднимаемся наверх, скругляем спину. И еще. У нас две крайние точки. Крайняя точка внизу, грудина к полу. Выдох, поднимаемся наверх. Угу. Хорошо. Мы с вами уже проговаривали, как правильно выполнять вот эту вариацию марджориасаны, кошка-корова. Давайте вспомним положение шеи, это важно, особенно те, кто испытывает проблемы, связанные с грудным, с шейным отделом. Вот здесь, смотрите, чтобы не было залома шеи, можно опуститься на лоб. Угу. И шея будет ровной. Все, выдох, поднимаемся, округляем спину целиком, подбородок к грудине, максимально притянули. И еще вдох. И выдох. Да, лучше не заламывать шею. Это будет более безопасно в любом случае, даже если вы не испытываете... Давай, давай, давай. Проблем с грудным отделом, с шейным отделом. Выдох. И опустились вниз. И вот здесь останемся. Дышим. Пусть лоб будет на полу. А мы стараемся с вами как бы впитать грудной отдел позвоночника. Втянуть его. Вот. Ощущение, что позвонки уходят туда вперед, к передним ребрам. Ксюш, как дела? Чувствуем. Вы должны действительно ощущать область между лопатками, средней грудной, нижней грудной отделы позвоночника. Теперь оттолкнулись ладонями, крайнее верхнее положение. Подбородок притянули к грудине. И вот здесь лопатки в стороны разошлись. Да, руки выпрямляются. И каждый позвонок выталкиваете через майку. То хотите показать все позвоночки через майку. Хорошо, вернулись. Теперь опустим таз на пятки. Опустим лоб. Вытянем руки вдоль тела. Ладонями наверх. И дадим возможность рукам, кистям отдохнуть. Свободный вдох, свободный выдох. Отдыхаем, снимая все напряжение. Хорошо. Затем шагаем руками вперед. Одной рукой, второй рукой вперед. Так, это у нас Ардха Вирасана. Можно колени укладывать чуть шире, чтобы они оказались на ширине вашего корпуса. И из Ардха Вирасаны, поза героя в положении лежа, мы поднимемся в собаку, смотрящую мордой вниз. Поднимаем голову, таз от пяток, пальцы ног на себя и собака. Можно пока остаться на подсогнутых ногах, это вполне допустимо. Если все в порядке, постепенно выпрямляем ноги в коленях, опуская пятки все больше и больше к полу. И сейчас немного
доработаем с ногами и при этом со спиной. Опускаем колени на пол. Прогибаемся. Вдох. Вот она, наша Марджарясана. Округляем спину. Поднимаем колени от пола. Выдох, вес тела в пятки. И колени опускаем к полу. Прогибаемся. Вдох. Угу. И выдох. Округляем спину целиком. Поднимаем колени над полом. И еще. Опускаем колени к полу. Прогиб. Вдох. Округляем спину целиком. Выдох. Опустили пятки к полу. Держимся так. Дышим. Если есть возможность выпрямлять ноги, выпрямляем ноги. Работайте с плечами. Разгружайте плечи. Прям разворачивайте плечи изнутри наружу. Опускайте пятки все больше к полу. Основание ладони прижимайте к полу. Указательные, средние пальцы рук. Все, так дышим, пятки опускаем вниз. Угу, ну хорошо. И сейчас постепенно опускаем колени. Расставляем руки чуть шире. Ага, так, и отжимаемся 5 раз. Ну, причем отжимания будут такие облегченные, то есть это не обычное отжимание, скажем так. Так можно ноги приподнять, перекрестить по голеням. На выдох вниз, вдох наверх. И еще раз за 4, выдох вниз, вдох наверх. И еще 3. Следим за тем, чтобы не было прогиба в пояснице. Мы удлиняем всю спину. Наверх. Последний раз выдох. Вдох. И опускаемся целиком. Хорошо. Ну все, опускаемся, ложимся. Ну, в принципе, мы сейчас руки вперед не будем вытягивать, поэтому нормально. Ладони. Посмотрите, опускаем так с двух сторон на ковер. Не под плечи, а чуть вперед. Приподняли грудную клетку. Нижними ребрами вот так потянулись хорошенько вперед. Опустились. Это делаем для того, чтобы почувствовалась кожа живота, вытяжение. И поза сфинкса. Мы ее тоже с вами как-то проходили. Вспоминайте основные правила выполнения позы сфинкса. Локти находятся под плечами. Точно. Средние пальцы рук вытянуты вперед. Здесь у нас одна прямая линия от локтевого сгиба к среднему пальцу руки. То есть через средний палец руки идет прямая линия. Эти прямые линии делаем параллельными друг к другу. Я бы чуть уже локоточки сдвинула. Ага. И начинаем на вдох очень сильно тянуться макушкой головы назад и вверх, давить внешними стопами и давить лобковой косточкой в пол. Больно косточку. Макушкой головы тянемся назад вверх, лопатки от сторон к центру. И ощущение такого прогиба в грудной отдел. Можете прикрыть глаза и почувствовать свой грудной отдел позвоночника. Так. Да, вот сюда все внимание. Просто ментально, да, представьте, что вот весь прогиб идет в грудной отдел позвоночника. Вы прогибаетесь в грудном, макушкой головы стремимся назад и вверх. Вытягиваемся. Ощущение, что вот передние ребра как бы в стороны друг от друга расходятся. Это дает возможность грудной клетке расшириться, раскрыться. Все, опускаемся вниз. Угу. Ладонь на ладонь и голову либо на лоб, либо на одну сторону, как хочется. Как вам будет удобно. Развалим пятки в разные стороны, расслабим ноги, расслабим стопы и побудем так некоторое время. Просто дайте возможность вашему телу отдохнуть и полностью расслабиться. Хорошо, еще раз ставим ладони с двух сторон. Еще раз. Удлинили кожу живота. То есть высоко не надо подниматься, это не прогиб. Вот. Два нижних плавающих ребра касаются пола. Это ощущается физически. И можно вот так вытянуться одной стороной, второй стороной. Хорошо. После чего опустить предплечье на пол. И еще раз поза сфинкса. Макушкой головы назад и вверх. Да, и сделайте. Побудьте в этом положении некоторое время.
Если ощущается поясница, что бывает довольно часто, ягодицы приводите в тонус, направляете лобковую кость к полу. Вот видно, да? Такое ощущение, что поясничка как бы расширяется. Нормально? Ага, расширилась. Вот. Весь прогиб в грудной отдел. В конечном-то счете мы должны с вами научиться прогибаться в грудном отделе позвоночника, да, не в поясничном. В поясничном вы и так прогнетесь. Поэтому учиться точно не надо. Хорошо, теперь опустились постепенно позвонок за позвонком. Опять ладонь на ладонь, голову сверху, либо на лоб, либо на одну сторону, как удобно. Развалите пятки в разные стороны, расслабьте ноги полностью. Угу. Хорошо, ну и давайте сделаем третий раз позу сфинкса, доработаем с грудным отделом, потому что раз от раза, подход от подхода, мы все глубже и глубже можем идти в позу. Ну и так, наверное, стандартно по 3 раза можем делать позу, больше не нужно. Предплечья параллельны друг другу, лобковую кость ударим в пол, активные ягодичные мышцы, плечи отведены назад, лопатки по спине, макушкой головы вверх. Ощущение, что вы вытягиваете позвоночник по дуге. Подбородок вперед не уводите. Впитывайте лицо, впитывайте подбородок и макушкой тянитесь назад и вверх. Вспоминайте про то, что у нас активные ноги, активные внешние стороны ступней, активная лобковая кость, но прогиб грудной отдел. И ребро за ребром, позвонок за позвонком опускаемся. Опять на ладонь, голову сверху. Можно в другую сторону повернуть голову, развернуть лицо и отдохнуть. Хорошо, затем ладони убираем под плечи, от коленей поднимаем верхнюю часть тела и опускаемся тазом на пятки. Баласана, поза младенца. Колени на ширину корпуса. Это компенсирующее положение после прогибов. А мы с вами хорошо знаем, что после прогибов нужно делать наклоны. И наоборот, после наклонов делать прогибы. Для того, чтобы была компенсирующая нагрузка на позвоночный столб. Затем поднимаем голову через колени. Возвращаемся вперед. Опускаемся на живот. Угу. На выдох. Отлично. Опять ладони с двух сторон. Нижними ребрами вытянулись вперед. Опустили голову. Опустились. Теперь сделаем позу кобры. Сначала это половина кобра, Нираламба Пхуджангасана на санскрите. На вдох подняли только верхнюю часть тела над полом. Лицо стало параллельным полу. Пальцы рук развели в разные стороны. Увели локти назад. Это такое ощущение, будто хотите соединить локти за спиной. Держимся, дышим. Давим лобковой косточкой в пол. Давим внешние стороны ступней в пол. Все, активный грудной отдел. Активно на каждый вдох поднимайтесь наверх. То есть вы должны сейчас мышцы спины в области грудного отдела почувствовать. Если не чувствуете, скорее всего, просто не дорабатывайте. На вдох еще выше поднимитесь, сразу все почувствуете. Все, выдох опустились, ладони под плечи, опять опускаем таз на пятки. Опять вытягиваемся в позе младенца. Колени на ширине корпуса, опустили лоб, опустили голову. Отдохнем так, подышим спокойно. Ну и мы подошли с вами к выполнению позы кобры. Это уже обычная полная кобра. Опускаемся также вперед, можно через колени. Пхуджангасана на санскрите. Также ладони с двух сторон, нижними ребрами вытянулись вперед, только нижние ребра чуть от пола подняли, все, выше не надо. Опустили сразу. И про позу кобры. Сейчас давайте напомню. Помнишь? Мне кажется, ты помнишь. Ну давай сейчас напомню. Если что, вот так ладошку на ладошку, отдыхай пока. Хорошо, мы ладони ставим под плечи, потом ладони чуть ближе к тазу, то есть сантиметров на 5, ближе не нужно. На вдох мы с вами поднимаемся наверх.
и фиксируемся вот здесь наверху. Смотрите, я не поднимаюсь вот так. Видно? Плечи-то я притяну. Хорошо. Но шею нагружу и нагружу плечевой пояс. А мне нужно будет опустить лобковую кость к полу, локти отправить точно назад. Не в стороны, как хочется, а точно назад, как в чатуранга дандас не прижимайтесь. Вот, прогиб, вот я очень хорошо спину чувствую. И потом позвонок за позвонком опускаемся. И вот еще раз, если пока не готовы идти высоко, не надо идти высоко, идите пониже. Можно вообще оставить два нижних плавающих ребра на полу. И здесь прекрасно почувствуются мышцы спины. Вообще замечательно. Поэтому выбирайте адекватный для себя вариант. Либо нижние ребра прижаты к полу, либо идем чуть выше, но будьте уверены в том, что ваша поясница широкая. Вы не чувствуете, как дела у нас. Ну вообще правильно всегда тяжело делать. Давай сейчас я посмотрю. Так, ну что, давайте пойдем. Давай, опускайся вниз. С самого начала еще раз просмотрим вот эту позу. Давай на вдох поднимемся. Нижние плавающие ребра зафиксировались. Вот здесь уже очень сильно давите руками в пол и очень сильно прогибайтесь в грудном отделе. Да-да-да. А потом, если чувствуем, что поясница нормально терпит, не больно, на вдох отжимаете себя выше. Вот. Ну и вот здесь вот и зафиксируемся. Вот, Ксюша, выше не надо. Ты прекрасно, мне кажется, чувствуешь спину сейчас, да? Макушкой головы назад вверх, шею не забывайте разгружать. Вот она, длинная шея, позвоночник по дуге, плечи назад, лопатки назад по спине. Вот сейчас мне нравится, как выглядит твоя поза кобры. И опускаемся позвонок за позвонком вниз. Ладонь на ладонь, голову сверху. Но я напомню, что если есть грыжи поясничного отдела позвоночника, особенно, но и грудного в том числе, особенно боковые, задние боковые, то вы делаете позу кобры очень-очень аккуратно, с опасением. Вы можете просто, если хорошо идет поза сфинкса, лучше выполняйте сфинкса. Это та же кобра, только более безопасная. А если уже готовы, то делаем вот такой полный вариант. Ну что, Ксюш, давай еще раз вместе. Второй раз делаем, и я думаю, что на сегодня будет нам достаточно этого. Так, ладони с двух сторон. Нижними ребрами вышли вперед и наверх. Опустились. Ладони под плечи. И на вдох отжимаем себя. Выдохнули здесь. Ребра на полу. На вдох отжали себя чуть выше. Прогиб грудной отдел, плечи, лопатки от ушей, макушкой головы вверх. Ладони прижимаем. Указательный. Да, пальцы рук прижимаем. Сразу по-другому встают руки. Угу. И постепенно опускаемся вниз. Достаточно. Уходим в позу младенца с широкой поясницей, катибанхой, ягодичной банхой, да, ягодичным замком. Голову опустили на пол. И побудем здесь, подышим. Компенсируем вновь прогибы наклонами. Вот. Разгружаем спину. Если дома работаете в паре, то можно вот так вот друг к другу потом подойти. Один человек опускает ладонь на крестец и как бы сползает ладонью чуть ниже. А вторую ладонь опускает на грудной отдел и вот так продвигается к голове. Постепенно, по чуть-чуть. Сильно давить не нужно. Слегка как бы растягиваем позвоночник. Хорошо. Поднимаем голову. Поднимаемся на четвереньки. Ладони под плечи, колени под тазом. И круглая спина, выдох, подбородок к грудине. А вдох, прогибаемся по всей спине. То есть мы вернулись к марджориасане, кошке-корове. Выдох, круглая спина, подбородок к грудине. А вдох, прогнулись по всей спине. И еще выдох, круглая спина, ладони прижаты. Вдох, прогнулись через вытяжение. Сейчас вы должны чуть лучше почувствовать грудной отдел позвоночника. Почувствовать его расширение, более глубокую работу с ним. Замечательно. Ну все, сейчас опускаемся на спину.
Можно ноги вот так увести в одну сторону. Вытянуть ноги вперед перед собой. Руки укладывать под колени и плавно, постепенно позвонок за позвонком медленным движением опускаемся на спинку. Угу. Руки вытянем в две стороны. Стопы соединим вместе. Ставим стопы не слишком близко к тазу. Сейчас ноги сгибаем в коленями, стопами, да, подходим. Подошву правой стопы опускаем на левое колено. И скручивающее движение вправо-влево. На выдохе скрутились влево. На вдох по центру. На выдохе скрутились вправо. На вдох по центру. И так делаем. Выдох в сторону. Вдох по центру. Выдох в другую сторону. Вдох по центру. И еще. Выдох. Вдох. Выдох в сторону. Вдох по центру. Выдох, скручивание. Вдох. Добавляем поворот головы обязательно в противоположную сторону от ног. Достаточно. Сейчас правую ногу вытягиваем вверх. Можно выпрямлять ее до конца, а можно оставить подсогнутой. Теперь всю эту конструкцию из ног также ведем в одну сторону, в другую. И мы с Ксюшей начнем в левую сторону. То есть каждый из нас делает влево. На выдох опускаем ноги влево. На вдох наверх. На выдох вправо. Вдох наверх. Выдох лево. И когда проходящее движение совершаем, опускаем поясницу к полу, как бы вжимаем поясницу в пол. Выдох. Наверх. И выдох. Хорошо. Здесь поднимем левую ногу вверх, правой ногой. Правая тоже была наверху. Да, то есть левую подняли. Теперь правой ногой обвиваем левую ногу два раза. Угу. Да-да, левую можно, ну, маленечко подсогнуть. То есть вот так вот обвили ноги. Если не обвиваются ноги два раза, ну, не страшно, делайте один раз. Опустили левую ступню к полу. Да, сместили таз вправо сантиметров на 15. И колени завели справа налево. Вот, оставили правую лопатку, правое плечо на полу. А левую руку можно поставить сверху на согнутые ноги. И то есть скрутиться в сторону правой ладони. Слева направо. Если... Что такое? Слева направо. Подожди, ну ты все сделала правильно. Вполне возможно, что я напутала стороны. Справа. Налево, да, ладонь опускаем на бедро. Вот, да, взгляд в сторону правой ладони. И остаемся так. То есть вы скрутились и остались вот в таком положении. Правая лопатка, правое плечо на полу находится. Ощущаем скручивание. Ваши колени при этом могут подвисать. Вот Ксюшин вариант, она опустила свободно бедра, свободно колени, и она опустилась вниз. Если чувствуем, что пока не готовы так глубоко пойти, ну, оставайтесь чуть наверху, ничего страшного. Обычно в скручиваниях приоритеты даем лопатке и плечу, прижатым к полу. Сейчас постепенно раскручиваемся. Постепенно поднимаем ноги наверх. Вот здесь стряхнем ногами, потрясем одной ногой, второй ногой, так активненько. Ага, опускаем стопы к полу. Итак, теперь подошва левой стопы на правое колено. И всю эту связку и скручивание выполняем в другую сторону. Начинаем вправо, выдох вправо, вдох по центру, выдох лево. Вдох по центру. И так еще несколько раз. Посмотрю. Вдох по центру. Выдох. Вдох по центру. Угу. Выдох. Вот постепенно скрутились. Вдох по центру. Проходящее движение. Обратите внимание, Ксюша прижимает поясницу к полу, да? Выдох. Вдох по центру. Прекрасно. Выдох. Вдох по центру.
Выдох. Угу. Пожалуй, еще по одному разу. Вправо-влево. Выдох. Затем поднимаем левую ногу вверх в потолок. И вот эту конструкцию из ног в одну, в другую сторону. Итак, выдох вправо, голова влево. Угу. Да, теперь ноги влево, голова вправо. И выдох. Вдох. Выдох. Вдох наверх. Выдох, скручивание. Вдох. Выдох. Вдох. Хорошо. Поднимаем ноги наверх. Теперь левой ногой оплетаем правую ногу два раза. Так. А по-моему, ты в эту сторону делала. Да, давайте поднимем. Вот сейчас поднимем ноги наверх, чтобы мы не запутались. И второй ногой, левой ногой оплетаем правую ногу два раза. Вот ноги можете подгибать, чтобы мы могли зацепиться. Угу. Теперь опускаем. Правая ступня идет к полу. Смещаем таз. Так, в левую сторону, да, сантиметров на 15. И уводим колени слева направо. Что такое? Потяжелее пошло. Вот это субъективные такие ощущения. У кого-то на одну сторону будет легче, у кого-то на другую сторону будет легче. Это естественно. Вот, можно правую руку опустить на левое бедро, если в этом есть необходимость. Если необходимости нет, оставили руку свободно на полу. И левое плечо, левая лопатка не идут к полу. Постепенно вжимаем вниз. Так, маленечко так надавлю. Нормально? Постепенно вниз дышим. Хорошо. Постепенно поднимаем ноги. Угу, возвращаем таз на место, расплетаем ноги, опять ноги поднимаем наверх, потрясем немножко стопами одной ногой, одной, второй ногой. И опускаем стопы. И шавасана. Мы с вами плавно подошли к шавасане, к отдыху и восстановлению. Так, ну, я думаю, вас долго уговаривать к шавасане не нужно. Ложитесь удобно на коврике. Давай сползем немножечко сюда, чтобы голова оказалась на коврике. Да, ноги вытягиваем вперед. Руки в стороны, ладонями наверх. Хорошо. Я сейчас сделаю следующее. Просто подправлю Ксюше плечи. Лежим, не сопротивляемся. То есть просто подворачиваем одну лопатку. И подворачиваем вторую лопатку. Вот так. Да, руки в две стороны. Можно даже самостоятельно вот так приподнять таз, подвернуть плоть ягодиц к пяткам, то есть расширить поясницу, удлинить ее и остаться в таком положении. Если шея какой-то дискомфорт испытывает, даже малейший, можете повернуть голову в одну сторону, в другую сторону, чтобы разгрузить шею. Угу. И остаться так, за открытыми глазами. Обязательно выделяйте время под качественную шавасану, под качественный отдых. Это даст возможность не только телу отдохнуть, но и психике восстановиться. Восстановиться после практики, да, отдыхать. Если устали после рабочего дня, если практикуете вечером, то это даст возможность сбросить ментальное напряжение, морально отдохнуть. Если практикуете в утреннее время, то это даст возможность доотдыхать, если вы не довыспались. И шавасана – это такое пограничное состояние между сном и бодрствованием. То есть мы не спим, но и не бодрствуем. Мы находимся где-то на границе. Отдыхаем и восстанавливаемся. Если есть возможность выделить на шавасану 5, 7, 10 минут, выделяйте это время для качественной релаксации. Если нет возможности выделить,
там, к примеру, 10 минут, ну хотя бы 2-3 минуты, но полежите в шавасане. Сразу после выполнения всех упражнений не вскакивайте, не бегите по своим делам. Отдохните. И старайтесь расслаблять все тело, отпускать все напряжение с тела. Расслабляйтесь ментально, отпускайте все мысли. И вот это состояние безмыслия, оно очень продуктивно работает на вас. Во-первых, расслабляется головной мозг, клетки мозга. Во-вторых, расслабляясь ментально, мы расслабляемся физически. И если есть возможность полежать подольше, оставайтесь в шавасане, а мы постепенно возвращаемся. Сделаем хороший полный вдох, выдох, пошевелим пальцами рук, пальцами ног. Если хочется потянуться, потянитесь всем телом, не спеша, подвигайте всем телом. Угу. Затем подшагивайте стопами поочередно к тазу, перекатывайтесь плавно на любой бочок. Долежать можно, да, отдыхать на боку и потом подниматься. Ну что, мы проработали с вами грудной отдел? В порядке все? Хорошо. Мы заканчиваем сегодняшнюю практику. С вами была Альвани Карина и наше занятие по йога-терапии. Если возникают вопросы, что-то стало непонятно, где-то что-то мы не договорили, обязательно задавайте свои вопросы на странице направления. Всего доброго, намасте!